торжественно объявляется аукцион Le Classique. Это, кстати, теперь новое его официальное название донатных аукционов. Объявляется... Нет, стой, погоди. 12-й Le Classique. Аукцион объявляется... Я еще не сказал, что он объявляется открытым. Ты рано скинул. Подожди. 30 минуточек. 30 минуточек. Таймер есть. Сейчас, пока не скидываем. Пока не скидываем. Сейчас я все поставлю. Так, все. Официально объявляется открытым. В общем, наш аукцион номер 12. Элькоик, спасибо за 299. Рэнди, спасибо за 74. Фиренхангер, 350 рублей. Мемеладзе, спасибо. Да, кстати, восклицательный знак правила. Это важно. Все перед тем, как скидывать, если вы собираетесь участвовать в ауке сами, закидывать что-то сами, сверьтесь с правилами. Очень важно. Так, автор 250. Steven Universe Save the Light. Бузова Эксе. Окей. Еще косарь на суперкорову от Крусаджора. Окей. Видимо, будет интересный аукцион. Еще ладно, добавляем, сильно. Потом разберемся. Аноним 50 рублей на Трамбон Чамп. Окей, добавляем. 250 рублей от Широми на Данганронпа. 100 рублей от Чмохи на Цивилизацию 6. Диско Элизиум The Final Cut. Ну, это просто к Диско Элизиуму тогда добавляем. 500 рублей от Воблы с пивом. Напоминаю, это будет колесный аук. Это на выбывание. То есть побеждает не та игра, не обязательно та игра, которая займет первое место в этом списке. Вот шансы. Шансы имеют значение. То есть, закидывая донат на какую-то игру, вы просто повышаете шанс того, что она выиграет. Чат, я вами горжусь. Вы наконец-то научились писать нормальные названия для игр. Вы наконец-то научились их правильно закидывать. Диксер, спасибо за 50. Пуп-кликер. Эх, как жаль, что я из Сингапура. Так бы я закинул Лёхе как минимум 5000 рублей на величайшую игру, величайшую в мире группы Димка МС. Valorant. Да, как жаль. Санчоуз добавил 150 рублей на Грэнни. Сэмочка 50 рублей на Your Turn Today. 50 рублей от Ото Бланко на мой друг Свинка Пепа. Бум. Илья 50 рублей добавляет на Дельта Рун. Пауэр Приш добавляет 50 рублей на Paint the Town Red. Я помню, я ее проходил на канале. Это было лет 7 назад, наверное. Ну, я добавлю, супер, потому что я совсем не помню, о чем эта игра. Но я помню, что она прикольная, но очень короткая. Ходосевич, 150 рублей. Марс Энергосбыт роскошный. Это игра такая? Кто-нибудь в курсе? Это что? Это добавлять или нет? Чего вы мне кеки свои кидаете? Вы мне скажите, да, это игра или нет? Лорка Бум закидывает 6666 рублей на Лоботами Корпорейшн. Вот так вот. С двух ног. Залетает Лорка Бум в этот аукцион. Окей, ладно, спойлерну немножко по поводу идеи. По поводу идеи своей. Я хочу провести новый тип аукциона. Эксклюзивный! Невиданный доселе нигде! Где мы перед аукционом будем крутить колесо. Колесо модификатор аукциона. И то есть на этом колесе больше колес, богу колес. На этом колесе будет... Там будет... Ну, сколько мы придумаем, сколько я придумаю разных модификаторов для аукциона. Например, модификатор первый. Демократический. Все донаты... Максимальный донат на одну игру будет составлять 1000 рублей. То есть нельзя будет так, чтобы вот на Лоботами там 7 косарей, на это... Максимум на каждую игру будет 1000 рублей. То есть, типа, челики могут скидывать по 50 рублей, по сотке, чтобы... Но останавливается, когда набирается косарь. Это вот демократический модификатор. Потом там можно будет придумать еще какой-нибудь модификатор. Не знаю, там... Хоррор. Игры только. Что-то типа того. И вот так вот еще несколько. И что, какой из них выиграет? Вот так вот будет. Но это не сегодня, это в следующий раз. Не в следующий раз, следующий будет прикольный. Скорее всего, в конце месяца такой устроим.
Bus Driving Simulator 22. Угу. 5 часов. Ну, это, считай, прям почти целая смена на работе. 3 косаря от тяночки из Минфина на The Quarry. Год не обязательно подписывать. Это для киноауков. Лорка Бум добавляет 6 косарей 660... Ё-моё, на Cyberpunk. Так, Лорк, ты ж в курсе, что ты как бы... Окей, спасибо. Спасибо большое за щедрые донаты. Я это очень ценю. Серьезно. Бигзур Ахмед. Lazy Owl, спасибо большое за $32 на Disco Elysium. Бигзур Ахмед. Удивительно, но у нас такое, в принципе, тройка лидеров вырисовывается примерно одинаковых шансов. Такое редко бывает на таких ауках. Куда все деньги с аука пойдут? Прямиком в мой благотворительный карман. Благотворительные ауки у нас будут юбилейными. То есть 10-й, 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, ну и так далее. За два аука мы набрали уже 300 тысяч на благотворительность. Так что я считаю, мы молодцы. Вот. Надо набрать 1 000 000 для ачивочки. 9 косарей от Ян Верба на Life and Suffering of Sir Brante. Что-то сегодня какой-то шейх-аукцион получается. Спасибо огромное, Ян Верб. Бигзур Ахмед. Лорка Бум еще 750 на Киберпанк. Ёбаный рот, еще 6 косарей. От Лорки Бум. Спасибо, спасибо огромное. Слушайте, ребята, я надеюсь, вы реально шейхи, а не просто выкидываете всю вашу зарплату. Вот так вот делать не надо, если что. На всякий случай. Такая прям лидерская борьба вырисовывается. Меладзе влетает с мизинчика. Ладно, не с мизинчика, с большого пальца ноги. 650 рублей на Хан Шоудаун. Спасибо большое. Бигзур Ахмед. Тяночка из Минфина. 3153 рубля на The Quarry. $50, то бишь. Спасибо. Бигзур Ахмед. Ну, что-то какой-то реально шейхский аукцион получается. Еще к разговору о вот этом вот новом типе аукционов можно добавить еще один модификатор. Типа, не знаю, есть демократический, добавить абсурдный. Чтобы можно было закидывать, как некоторые делают, там, типа... Толкать стену 20 минут. Или там, не знаю, отжиматься 50 раз. Вот такую хуйню добавлять, чтобы можно было в ауке. Или там, не знаю. Ну, короче, абсурдный. Название, в принципе, себя вполне описывает, мне кажется. Можно, например, еще добавить, типа, разбитый аукцион. Чтобы там, допустим, было 5 победителей, но в каждую штуку играть по часу. Что-нибудь такое тоже можно сделать. Тургрин, 50 рублей. Йоу, а вроде была идея про юбилейный аук, на котором возвращаются все уже выигравшие претенденты, например, тоже как один из модификаторов, ни на что не намекаю, Амариёбы. Амариёбы просто, они как из могилы уже вылезают, они никак не могут сдаться. Но вообще да. Вообще да, тоже. Тоже можно сделать. Лорка, спасибо за 2900 еще на Киберпанк. Бигзур Ахмед. Полицейская волна. Сложно успех. Спасибо за 500 рублей. Disco Elysium. А Overwatch 2 можно кидать? Первый вроде побеждал. Но второй овер — это же другая игра технически. Ненавижу богачей. Спасибо за 50 на Disco Elysium. Ото Бланко. Спасибо за 200 рублей. Мой друг свинка Пепа. Хороший вопрос. Ну, технически, да, это другая игра, поэтому на Overwatch 2 можно закидывать. Коммунистически все деньги складываются и распределяются на все игры поровну? А в чем смысл? Погоди, это даже так не имеет смысла. Я вам сразу скажу, если выиграет Disco Elysium, я буду рад, потому что я давно хотел ее заценить. Но я ее точно не буду до конца проходить, потому что это, как я понимаю, игра-книга. А читать, блядь, на протяжении 5 или сколько там она проходится, 5 стримов по 10 часов, я это вот не то, что я хочу делать. Тебе читать не надо, есть озвучка английская. Не, ну английская озвучка — это... Ну как бы здесь меньшинство знает английский, я уверен в этом.
Ну-ка мне, хотя, ну-ка, мне даже интересно стало. Типа, опрос, понимаете ли вы английский на слух? Не обязательно 100%, просто там хотя бы процентов 70, чтобы вы, чтобы суть вы понимали. 4, на слух 2077. Конкретно. В скобочках с субтитрами. Ну там же будут субтитры, поэтому. Плюс, минус. 81% из вас понимает английский на слух? Чё-то мне кажется, пиздите вы тут. 19%... Чё-то мне кажется, вы немножко... Немножко... Чё-то... Проголосовало 50% чата. Может, те, кто не... Может, те, кто проголосовали бы минус, просто не голосовали? Но в этом же смысл был, чтобы они тоже голосовали, чтобы было понятно. Ку хорошего стрима. Диксер, спасибо за 50, оф с позором. Ирон Скип. Лунг. Единый государственный экзамен по математике. Вот, кстати, тоже идея для абсурдного аука. Если он когда-либо будет. Но это не один из них. В чате обнаружено 840 англосаксов. Да, епа тоже больше нет. Доебал меня ваш еп. У вас на все одна реакция. Либо хух, либо еп. Диксер, 50 рублей, оф с позором. Да не будет офа с позором, только с почестями. Диксер, спасибо за 50, оф с шейм. Да пошел ты нахуй. А у меня, кстати, сестра собаку завела сегодня. Да вот. Могу вам фотографию даже показать. Вот такой вот балбесик. Рэми зовут. Из Рататуя. Оф с почестью. Окей. Ладно, это я добавлю. Это разрешается. Где Види Пипа Хапи? Види Пипа Хапи тоже больше нет. И Види Пипа Седа тоже больше нет. Я вам даже больше скажу. Скорее всего, и Каджема скоро не будет. Лорка, ты... А, ты уравниваешь. Окей, понятно. 2077. Лорка теперь уравнитель. Спасибо большое за еще 2950 рублей. Кэджем за что? Да потому что, блять, у вас на все одна и та же реакция. Прикол в чата в вариативности. В креативности. В том, чтобы все разным было. Разные реакции на разные, на разную музыку. На разные реакции, на разные, разные эмоции. У вас же, блять, на любую музыку одна и та же реакция. Ян Верб. 3200 на The Life and Suffering of Sir Brante. Спасибо большое. Бигзур Ахмед. Если удалить кэджем, нужно вернуть Пипа Дэнс, Вайп, Плиз, Апу Бэнд. Вы вообще чё возмущаетесь, блядь? Мой чат, какие смайлики хочу, такие добавляю. Какие хочу, такие удаляю. Тоже мне здесь сидят, блядь, и указывают мне, что ещё делать. Это наш чат? Нет, он нихуя не наш. Он нихуя не наш. И вот это вот ваше классическое заблуждение. Он не наш. Он не ваш. Он конкретно мой. И он будет таким, каким я захочу его видеть. Вы можете ныть. Вы можете жаловаться, вы можете делать что угодно, дрыгать ножками, стукать по столу, что захотите, но это не изменит того факта, что этот чат мой. Диктатор! Тиран! Я вкладывался в пенсионный фонд этого чата, все мои вложения пошли прахом! Требую переизбрать стримера. Проводим референдум об отсоединении чата от стримера. Тяночка из Минфина, еще 50 долларов на закворе. Спасибо Плавим. Большое. 2022. Я не знаю, это, наверное, реально это самый шейхский аукцион. Вы столько, блядь, даже на было... Подожди. 40. 50. 60. А, ну нет. Нет. На благотворительный вы больше закидывали. Я уже хотел начинать жаловаться. Ванпус, спасибо за 100 рублей. Номер 11. Диксер, спасибо за 50, Ghost Exorcism Inc. Добавляем. По итогам референдума 112% чата проголосовали за отсоединение чата от стрима. Я вообще хочу добавить просто какого-нибудь модератора, который вместо меня будет заниматься смайликами. Он просто будет следить за всякими трендами и добавлять то, что ему кажется смешным. Чтобы с меня была снята вся ответственность. Чтобы на меня никто не жаловался. Дай мне. А ты отказался от модерки, Литерс.
Что, теперь жалеешь? У нас есть право выбора. Окей, знаете что, чат? Да. Да, у вас есть право выбора. Ребята, все, у всех, все. Держите, забирайте все права. Все, забирайте, вы победили. Держите, ребята. Даже водительские. Делай голосование, сейчас референдум проводить будем. Вот я вам все права раздал, сами все и делайте. Вы ж теперь власть, вот сами все и делаете. Кнопки нет, а это не мои проблемы. Я такой же обычный работяга теперь, как и вы, чат. Мы все равны. Кольный аук по смайликам. Вы все эти идеи приберегите на абсурдный аук. Там мы это все запишем и что-нибудь придумаем. Так, все. Стоп. Аукцион. Ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Больше ничего не закидываем. Если до 16.50, если кто-то сейчас что-то еще закидывает там из-за задержки, я это добавлю, но кроме этого больше ничего. Эй, ты создал меня, ты создал никчемное альтер-эго для повышения тонуса, так ответь за это. Бойцовский клуб, клуб, игра. То ли он быканул на меня, то ли игру предложил, я чуть не понял. Теперь переходим к крутениям. 118 лотов. Быстренько крутим. Быстренько крутим, пока не появится название. Поехали. Первый почетный проигравший. Первый с конца. Первый с конца у нас... Брофорс. Поздравляем. Идем дальше. Спиритфарер Фейервелл выбывает. Хейтс покидает нас. Team Fortress 2 удаляется из списка. Sonic Generations больше не присутствует здесь. Undertale отрицательно победил. Overwatch... Нет! Overwatch 2! Покойся с миром. Fear and Hunger. Danganronpa. Apex Legends. Bus Driving Simulator 22. AIM Lab. Gothica. Ultimate Fishing Simulator. Spooky Jump Scare Mansion. The Fridge is Red. Poop Clicker. Hunt Showdown. Топ 100. Итак, первый выбывший в топ 100 у нас... Who Pressed Mute on Uncle Marcus. Rock Simulator. Metal Gear Rising Revengeance. Ruiner. Tales of Arise. Absolof End of Gods. Five Nights at Freddy's. Paint the Town Red. Freddy... Нет! Freddy Fear 2! Это вроде последний, который мне осталось пройти. Lobotomy Corporation. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот он и выбывает. Как-то очень-очень рано он выбыл. Минус один. Вычеркиваем. Clone Drone in the Danger Zone. Detention. Weaver Here. Бойцовский клуб игра. Cell to Singularity. Аноним, спасибо за 50. Чат демократически требует эпичной классической музыки. Your turn to die. Anno. Alice Madness Returns. September 99. Nuclear Throne. Project Zomboid. The Quarry. Unlucky. Disco Elysium, ёбаный рот. Так, ну что-то, походу, это колесико решило сразу распрощаться со всем топ-10, я так понимаю. Цивилизация 6. Steins Gate. Granny 3! О-о-о! По-живому. Гвинт. Wizard of Legend. Бравл Старс. Террария. Dying Light. Steven Universe. Ghost Exorcism Inc.
Гренни! Глава вторая. Но еще остается один Гренни. Бумен. Еще есть надежда. Hidden Star in Four Seasons. Деспотизм. Кенши. Planet Zoo. The Long Drive. Так, все, названия начали появляться. Давайте теперь ставим 2 секунды. Крутим. Что ж, не в этот раз. Не в этот раз, бабуля. At Dead of Night. Valorant. Никакого даймонда сегодня. PowerPoint Race Game. Mars Энергосбыт Роскошный. Я все еще не уверен, что это название игры. Omnibus. Нойта. Enter the Gungeon. Я, кстати, видел, там все еще есть офф с почестями. Rain World. И мы вошли в топ 50. Дамы и господа, крутим крутилку. Спор. Про Roller Champions. Elden Ring. Не сегодня. Не сегодня, ребята. Bayonetta. Not for broadcast. Покидает этот список. Так, нам срочно надо выбить Бузова Эксе. Workers and Resources. Soviet Republic. Советский Союз мы сегодня строить не будем. Deltarune. Как-то прям он все очень близко где-то приземляется к киберпанку. Но всегда что-то...
Тут у меня такая кнопочка есть на мышке боковая. Если ее нажать случайно, чуть-чуть, она на одну страничку назад возвращает. То, что вы сейчас увидели, дамы и господа, было презентацией того, как работает колесо на выбывание. Что ж, а теперь мы крутим его по-настоящему. Погнали. Пог плюс нали, ребята. Let's go. Блять, ну сори. Или чё, или обычное тогда крутить? Или опять на выбывание? Чё? Выбывание? Ладно, там все равно было слишком много вариантов, чтобы было понятно, что победит. Поэтому не бухтите. Ну вот, все ж мы люди. Все мы делаем ошибки. Так, в первый раз вылетела первая Брафорс. А в этот раз Данганронпа. Окей, короче, быстро накликиваем. Роблох, Outer Wilds, Иконокласс, Nuclear Throne, Hearts of Iron, Kenshi, Weaver Here, Pop Clicker, Dying Light, Disco Elysium, Цива, Detention, Gunfire, окей, Деспотизм. Ну, вылетает то же самое все. О, нет, только не Грейни, только не снова. Опять придется смотреть, как все они вылетают. PowerPoint, Absolof, Enter the Gungeon, Roller Champions, Hates, Dead Cells, Wizard of Legend, мой друг свинка Пеппа, Баротравма, Dicey Dungeons, Not for Broadcast, Broforce, Rock Simulator, Workers and Resourcers, At Dead of Night, Mars Energosbit, Freddy Fish, Overwatch 2, The Quarry. Мне кажется, да, он как-то... Здесь колесо уже, наверное, у него есть выбор. Уже оно как бы рассчитало, кто победит, потому что вылетают те же самые игры, хоть у них и куча процентов было. Ланта, спасибо большое за 500 Слушай, рублей. А может быть, аукцион тоже был в демонстрации? Давай заново донаты собирать. Я как раз опоздал и ничего закинуть не успел. Так, крутим дальше. Дельтарун. Аймлаб. Омнибас. Кстати, еще одна идея. Ну, хотя, наверное, вы вонять слишком сильно будете для абсурдного аука. А, хотя нет. Хотя не, ладно, забить. Спор. Хупрест. Краун оф Ливс. Лоботами. Лоботами опять вылетел. Да, он по-любому, типа, то же самое выкидывает. Rain World, Некопара, Dead by Daylight, Sims 4, Нойта, Трамбоун Чемп, Неподудим, Гвинт, Your Turn to Die, Boomen, CSGO, Five Nights at Freddy's, Ruiner. Так, окей, крутим. До 20 где-то. Мы где-то на 20 остановились или типа того. Life and Suffering of Sir Barante. Unlucky. Team Fortress. Anno. Elden Ring. Brawl Stars. Sonic Generations. Escape from Tarkov. Michigan Report from Hell. Steins Gate. Bus Driving Sim. Granny 3. Данганронпа, Офф с почестями, Half-Life, Metal Gear Rising, Project Zomboid, Тоем, Суперкорова. Суперкорова. Так, осталось только Бузову и XA выбить, и в принципе все. Меня любой исход другой устроит.
Hawks of War, Phasmophobia, Симптябрь... Погоди, так это же... А, нет, он же его уже выбил. Септябрь 99-го. Террария. Pain the Town Red. Fear and Hunger. Iron Lung. Slime Rancher. Project Heartbeat. Tales of Arise. Outer Worlds. Spiritfarer. Steven Universe. Naissance. Noon Massacre. Apex Legends. Хан Шоудаун. Грэнни, глава 2. Почему там все еще есть Бузова Эксе? Клоун Дроун in the Danger Zone. Валорант. Так, все, давайте вставим теперь чуть побольше. 3 секунды. Или нет, давайте даже 5 секунд. Крутим крутилку. Неон Вайт. Это вот киберпанк. Вот это вот киберпанк. Угу. Ультракилл. Кто же победит? Кто же одержит победу? Элис. Знаете что? Качать его надо будет долго. Я на всякий случай просто сразу поставлю на скачивание. На всякий случай. Просто на всякий случай. Мы еще не признали его победителем, но пускай уже начинает качаться. Не проплачено, на всякий случай. Не сценарий. Блять, вы знаете, какой у меня интернет? Я эти 70 гигов качать буду все эти 5 сраных часов. Planet Zoo. Проплачено. Ну вообще технически да, это проплачено. Ну вообще да, технически да, вы правы. Love, money, rock and roll. Бузова. Да, куда? А, все, вылетело Бузова. Окей, найс, все. Остальное не важно. Long Drive. Hidden Star. Rimworld. И в топ-10 у нас не попадает. Не попадает у нас в топ-10 Rayman Origins. Итак, дамы и господа, финал 12-го. Ле Классик аукциона. Вы были здесь. Крутим крутилку. Он прям каждый раз мега близко подбирается к киберпанку. Он прям хочет его кикнуть. Ghost Exorcism Inc. The fridge is red. Больше фриджа вообще нет. Но если выпадет киберпанк, я его по новой проходить буду. Я не со своего старого сейва буду играть. Ultimate Fishing Simulator. Library of Ruina. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, окей, окей, окей. Undertale покидает нас. Итак, остается в топ-5 Farm Frenzy Collection, Trackmania, Gothica, Bayonetta и Cyberpunk. А если вы не заметили, киберпук это вот это вот. Вот эта вот полосочка, это киберпук.
тоже победит. Farm Frenzy Collection не победит. 15 секунд. Готика покидает нас. Не хватило готики. Не хватило ей немножко. Итак, Байонетта, Тракмания, Киберпанк. Крутим. 20 секунд. Чат, вы верите в чудеса? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, слушайте. Ну, слушайте. Я вам скажу так. Если стрелочка приземлится вот здесь, на фиолетовом, Киберпанк вылетит. Я вам так скажу. ГГ. И это ГГ. Победителем 12-го Le Classic аукциона объявляется Киберпанк 2077. Похлопаем. В принципе, неплохая игра. В принципе, я доволен.